Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Вчера стало известно, можно сказать, о сенсационной новости. Алла Борисовна посетила Москву, Алла Борисовна Пугачева уехала, вы знаете, из Израиля, от Галкина, и побывала в Москве. Об этом рассказал журналист, по-моему, Бекужев, что ли, фамилия, со ссылкой на своих знакомых, которые видели ее, и об этом рассказали уже, собственно говоря, многим таблоидам. Пишет об этом Федеральное агентство новостей. Значит, Пугачева заехала, как говорят, навести мосты, и после этого сразу уехала кратковременно. Она побыла в Москве, буквально там несколько дней, я так понимаю, и довольно быстро уехала в Латвию, где ее сняли на видео, вы видели эти кадры, где она гуляет с детишками, с Лизой и Гарри, и с няней. Значит, друзья, я вчера уже снимал об этом ролик, но вижу очень много вопросов, очень много комментариев о том, что для чего она приезжала, что за мосты навести. Мне кажется, все очень просто. Она приезжала прощупать почву. Они уехали быстро. Столько всего было. Столько сказали ей, кстати говоря. То есть она не перешла в открытое противостояние, но заочно была тоже. Был обмен такой полемикой. Тоже через Гельмана она сказала, что если заведут дело, то она начнет говорить и не остановится. Ей ответили там и так далее, через Красовского. Поэтому, конечно, через Симоньян в том числе. Я думаю, что она приезжала поговорить с кем нужно, решить вопрос что да как. Не думаю, что за такое короткое время она получила какие-то гарантии насчет Галкина. Но насчет того, что она спокойно может приезжать, перемещаться и в сентябре, как Кира Прошутинская говорит, приехать с детьми в их любимую школу, чтобы они начали ходить снова. Думаю, что с этим проблем никаких нет. Я думаю, поэтому для того, чтобы не было лишнего внимания, журналисты не приезжали и так далее, она просто потихоньку приехала, сделала свои дела и уехала в Латвию. Собственно говоря, никто даже и не знает, что она была в Москве. То есть вот так вот потихоньку возвращается Васильев на Первый канал. Ургант уже ездит, какие-то фестивали там ведет. Пугачева уже бывала в Москве. Я еще раз говорю, хорошо вчера в комментарии написал кто-то о том, что подождите, сейчас Галкин через полгодика после туров вернется, еще скажут, что вы его, хорошего человека, обидели. Так что вот такие новости. Алла Пугачева в Москве побывала, встретилась с нужными людьми и, собственно говоря, улетела в Латвию. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании для поддержки канала. Кому нравится смотреть мои ролики, мой канал, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости здесь в YouTube, чтобы нам с вами не потеряться. И телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там вся политика, не только с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.